Не в этом смысле. В смысле, какой бы ни было хорошей комьюнити, то есть комьюнити потрясающих слов нет, но обязательно когда-нибудь вам попадется кто-нибудь, кто скажет какую-нибудь гадость, да, или там, ну, такое случается направо и налево, и, ну, от этого никуда не деться. То есть не то, что он полон мудаков, но на мудака когда-нибудь вы обязательно наткнетесь. Кроме везде. Да. И самое умное решение, которое может быть, по крайней мере, с моей точки зрения, даже если там человек не прав, с которым вы общаетесь, не начинайте какую-то...